Мурманская область будет включена в список регионов, чьи доноры крови могут стать заодно и безвозмездными донорами костного мозга. Областная станция переливания крови уже заключила договор о сотрудничестве с Первым Санкт-Петербургским государственным медицинским университетом имени академика Павлова. Донорство костного мозга может спасти жизнь, например, больным онкогематологией. А создаваемая база, куда теперь могут включить и Мурманскую область, позволит быстро найти подходящего донора и оказать своевременную помощь нуждающемуся. Для того, чтобы стать донором костного мозга, достаточно заполнить письменное согласие на вступление в регистр и сдать образец крови. Сделать это можно в областной станции переливания крови. На сегодняшний день согласие дали уже около 40 доноров Мурманской области.